привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня вам покажу, как сделать эффект выхождения духа из тела. Если в моем аккаунте лайк вы еще не видели этот эффект, то посмотрите же прямо сейчас. Заходим в лайк, выбираем любимую музыку и начинаем снимать. Нажимаем на стоп, нажимаем на галочку и сохраняем как частное видео. Заходим в камеру и делаем скриншот видео перед прыжком. Переходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, медиа, выбираем наше видео, All, и скриншот. Теперь нам нужно найти то место, там, где я делала прыжок, и разрезать. Дальше нажимаем на слой и добавляем это же видео. И увеличиваем наше видео до нужных размеров, чтобы видео было у нас на весь экран. Разрезаем слой в том же месте, там где и наше первое видео. Обрежем ненужный кусочек, а скриншот мы подгоним под нижний слой.
Теперь мы выделяем наш слой, находим альфа-непрозрачность и тянем ползунок вниз. Разрежем наше видео, где я делаю толчок. И также разрежем наш слой. Удаляем ненужный слой и второй наш слой тянем на место удаленного слоя. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Удаляем ненужные кусочки и подгоняем видео. Единственное, что нам нужно добавить, это slow motion, потому что сейчас происходит все как-то быстро. К сожалению, на слой мы не можем добавить slow motion, поэтому мы сохраняем видео и обратно загружаем в CrayonMaster. Сохраняем наше видео, обратно заходим в CrayonMaster. Выбираем наше видео, которое мы только что сохранили, и добавляем слоумо. Находим момент, где будет наше слоумо, и разрезаем. Выбираем кусочек и нажимаем на управление скорости. Давайте посмотрим, что у нас получилось. То, что нужно. Нажимаем на стрелочку на верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. И еще раз на стрелочку. Save video. Заходим в лайк, выбираем музыку, под которую мы снимали, выбираем, присоединяемся, добавляем наше видео, убираем звук, переворачиваем и увеличиваем пальчиками до нужных размеров. Продолжить. Добавим фильтры. Я добавлю вот этот. Попробую вот этот. Вернее. Нет, выберу я все-таки вот этот. Мне он больше нравится. Нажимаем продолжить. Пишем хэштеги. Нажимаем пост. Вот и все, наше видео выложилось. Ну что ж, на этом все. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. И что вы тоже снимете такое крутое видео в свой аккаунт. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок. Я найду и лайкну вас. И напишу комментарий. А пока весь вы поставьте мне, пожалуйста, лайк, потому что я очень старалась.
А мы увидимся с вами в следующих видосах. Пока-пока!